Все разные страны, обратите внимание, они очень разные. Это разные кармические территории в этом мире. Скажем, Америка – это одна кармическая территория. Люди, у которых очень большой достаток. Практически все есть. Мне рассказывали про Лос-Анджелес, что там все улыбаются. Очень расслабленное состояние, жизненное побережье. То же самое примерно в Австралии. А Россия другое. Ну, просто побережье не очень много. Много елок, болот. Отсутствие какого-либо порядка. Постоянное насилие со всех сторон. Неопределенность. Но, кстати, Индия и Россия очень похожи. Есть разница определенная, но вот есть одна общая черта. Внешнего порядка ни там, ни здесь нет. Вот, потому что это территория взаимоотношений. Потому что закон, право нужно тогда, когда нет закона взаимоотношений. Закон взаимоотношений – это интуитивный закон. Когда я просто чувствую, как правильно поступить. Вы знаете, если вы когда-то будете в Индии, я несколько раз там путешествовал, там нет светофоров. Там на все Дели, в Дели там несколько светофоров есть. Но в основном в крупных городах нет светофоров. В мелких вообще нет ни одного светофора. Ну, может быть, на самом крупном перекрестке, знаете, где все дороги сходятся, один светофор торчит. Во всех остальных случаях никаких светофоров. Но практически нет аварий. Почему? Интуитивное ощущение. Как они ездят? У них там, знаете, очень громкие сигналы. Они просто объясняют, уступи дорогу. И тот понимает, да, конечно, нужно уступить. Он торопится куда-то. Торопится просто человек. Ну, все, надо ему. А интуитивное ощущение взаимоотношений, понимаете? Вот никто не настаивает на своем. Все чувствуют это целое, дороги. Россия и Индия, они побратимы. Территории взаимоотношений. Просто взаимоотношения в России, они немножко по-другому строятся. Через ругань. То есть нужно это внешнее проявление вот этой грубости какой-то, знаете, наехать, там как-то объясниться, потом выпить, расслабиться, обняться. Это другой тип взаимоотношений. Вот. Украина это тоже. Это другие взаимоотношения. Это тоже разные территории на Украине. Смотрите, восточная, западная. Кто-то на востоке родился, кто-то на западе. Разные. Все территории – это некие кармические территории, где мы должны появиться, исходя из своей судьбы, чтобы прожить свои личные уроки. Их нужно осваивать.